Мы приготовили вот этот клясер, который мы только что вам подарили. Хотим, чтобы вы воспользовались нашим автоматом. Это такое устройство, туда ложишь посылку. Давайте объясните. Да, смотрите, здесь все мы сделали за вас. Вот этот ярлык, он распечатался отсюда. Сюда мы ввели ваш адрес, номер телефона, то есть в Караганде. Хорошо. Номер телефона. Он распечатал вот этот ярлык, и здесь нужно всего лишь... То есть раньше в почту приходить надо было, стоять в очереди. Всегда, да, да. Там и так далее. Самому упаковывать, там, взвешивать. Мы сейчас упростили на нет. То есть подходишь.